сейчас попробуем на маленькой рампе, на маленькую рампу залезть. Где она? Получится так же, как у меня этот первый автомобильчик. Заехать. Опа! Все, смотри, удар. И движок наш вылетел просто-напросто. Все, естественно, машинка уже не работает. Двигателя у нее нету. Ну, как-то так, ребята. Всем привет, друзья! Мы находимся в Game Drive, и мы едем на Тесле. На Тесле мы сейчас будем кое-что делать. Сейчас расскажу. У нас есть здесь замечательный трамплин. И мы сейчас на этом трамплине попробуем что-нибудь сделать. Естественно. Так, ладно. Мне нужно подальше отъехать. Давайте развернемся. Подальше. Вот где-нибудь здесь. Станем, чтобы разгончик взять максимальный. Ну, я думаю, где-то примерно отсюда. Так, разворачиваемся. Все, и поехали, ребята. Повышаем обороты, включаем сразу фары. Сигналка работает. Опа! Ё-моё! Уже тачку разбили. Есть! И прям в столб врезаемся. Да, бедная наша Тесла. Ну давайте попробуем еще раз на ней прокатиться. Разгоняемся. Включаем фары. О! Едем. Опа! Врезались. Что нормально? А нет, смотри, что-то прям вообще нехорошо, когда едем. О-о-о! Бедолашка. Ё-моё! Перевернулись. Да, разбили тачку опять на Теслу. И прям вообще конкретно. Бедная Тесла наша. Бедолашка. Бедолашка. Ладно, давайте сейчас поедем в другое место. Здесь тоже есть такой трамплинчик. Маленький. Вот. Опа. Все, летим, 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 летим. Ой-ой-ой. Мы гараж на крышу, крышу мы задели. Вообще, смотри. Задели крышу прям. Надо переиграть. Давайте, ребята, еще раз пробуем. Так, фары включили. Переигрываем. Опа, проехали. Отлично. А теперь главное за крышу не зацепиться. Опа, хорошо. Ну, немножко повредили, конечно, тачку. Но так-то... Что-то с колесом, а? Реально что-то с колесом. Офигеть. Ну, так-то едет. Что-то с колесом случилось, смотри. Поворачивает? Ну, как-то не особо, слушай. Да, машинка повредилась. Ну, а как с такой высоты-то спрыгнуть? Все, Тесле требуется ремонт. Давайте мы ее здесь припаркуем. Ах, она даже припарковаться не может. Нормально-таки. Ладно, оставим машинку здесь, ребята. Ну, а сами будем на других ездить. А здесь кто-нибудь ее отремонтирует. Найдет и отремонтирует эту машинку. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Duda Play, мы продолжаем играть в игру с этими, как машинками. Так, а ну-ка, мы играем, ребята, с ботами. Попробуем, посмотрим, как они будут играть. Вот с реальными людьми-то легко, потому что они что-то не то самое, не очень так быстрые. А вот с ботами будет сложнее, это игра, это компьютер работает против нас. Ладно, посмотрим, может быть мы... Не, видишь, смотри. Мы четвертые всего лишь. Да, боты прям молодцы. Нам надо тачку просто новую купить. И тогда мы будем нормально ездить. О, денежек. Денежки я не могу взять, потому что тачка у меня не особо... Не особо крутая, видимо.
Да, тяжко, тяжко. Ах, надо было туда наверх прыгнуть, что-то я забыл. Ахахахаха. Ладно, будем знать. Запомним, может быть, запомним, а может быть не запомним. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, давай, турбо, турбо, включайся, турбо. Ё-моё. Ребята, вот возле финиша, да? Ух ты, я все равно первый? Да ну нафиг, как так? Ух ты, денежки, денежки собрали. Давай, давай, вперед, жми. Все, первый, первый, первый. Я первый приехал. Хорошо. А у этих, смотри, магнитики стоят на машинках. Видимо, у кого магнитики на машинках, те автоматически собирают денежки. Надо мне срочно магнитик. Где бы взять магнитик мне, ребята? Было бы хорошо. Так, давайте улучшим машинку. Так, все, мы машинку улучшили, открыли новый лондонский автобус. Слушай, я хочу на этой машинке на максимальной проехать. Зачем вы мне ее убрали? Это что такое? А, дважды нажмите пустые улучшения, чтобы поднять их. А, вон как. Ладно, поехали на таком еще драндулетике поедем. А потом поедем на этот сам, как он, господи. На автобусе, лондонском автобусе. Все, вперед. Чтобы выполнить трюк вертикальный полет, удерживайте. Чего? Не успел я прочитать. Так, ждем. Поехали! О, ребята. Так, скидываем бочку. Так, не знаю, кто там взорвался или нет. Смотри этого чувака, смотри, какой этот. Фигнюшка классная. У чувака магнитик такой стоял. А, вон тайный был этот самый бонусный какой-то отсек. Давай здесь перевернемся. Успели, да. Ну хотя бы одно сальто сделали. О, Дед Мороз был. Снеговик, то есть. Снеговичок, еще один снеговичок. Так, едем, едем, едем. Пока первыми едем. Ух ты, там был тайный ход. Ё-моё, почему я туда не залетел? Ну ладно. Давайте здесь сальтуху сделаем. О! Все, первый, первый, первый проехали. Ох ты, нифига, льдом меня зафигачили. Ладно. Посмотрим этого, как зафигачит льдом. А, этих не фигачит. Только меня, вот, видимо, кто первый был. Да. Кто был первый, того и зафигачили льдом. Поехали тогда, возьмем автобус. Да. Давайте возьмем. А, можно еще рейтинг повышать? А, это не рейтинг. Это вот как рейтинг. Фигня какая-то. Ладно. Давайте улучшим сразу автобус. Так, насколько у нас денег хватило, столько лучше. А какие там еще есть машинки? Есть колхозник, мистер Вонючка, большая Берта. Ух ты, это монстр трак, джип. Геркулес. Дальше, культиватор. Некая-то. О, смерть. О, офигеть название. 5О. Стрелягушка. Суперлягушка. Суперлягушка. Мститель. Фига себе. Туфелька. Чтобы разблокировать полностью или улучшить мститель, или купи за 799 рублей. А, 749. А, за 750 рублей купи машинку, да, виртуальную. И катайся на ней. Поехали на вот этом автобусе. Посмотрим. На автобусе поедем на арене новичков. Давайте, наконец-то у меня будет свой автобус. Всегда мечтал о своем личном автобусе. И у меня, кстати, стоит ускоритель, как я смотрю. Все, поехали, разгоняемся. Ускоритель у нас стоит. Так, ладно. Но не особо он быстро едет, конечно. Опа, я хотел перевернуться, не знаю, получилось у меня это или нет. Навряд ли. Да, с таким автобусом... Ну, такое, я не знаю. Ах, тут надо было сальтуху делать, давай здесь сделаем хотя бы. Есть. Первая сальтуха вообще. На автобусе. Сейчас... Ох, ну, кстати, на автобусе прикольно эти монетки собирать. Знаешь, почему?
потому что он этот большой, хотел сказать, фюзеляж широкий у автобуса. Ах, я хотел туда. А нельзя назад вернуться? Ну ладно. Да ладно, сейчас. А, нет, смотри, кто-то первый уже приехал, прикинь. Не я первый приеду. Ну, это значит, вообще автобус у меня не прокачанный. Да, всех повзрывали. Марти на таком прикольненьком монстротраке едет. Автобус такой, джип. Да, что-то он не особо такой вот прям водитель классный. Ну, вертушечку сделал, молодец, сальто, сальтушку. Все, приехал. Ладно, вторыми мы приехали, ничего страшного. Так, а что такое потерять опыт? Выиграть опыт. Можно выиграть опыт. Ну, давай попробуем снова. А хотите дополнительные попытки? Дадите? Нет, нет, не хочу. Вы проиграли гонку. Вот так даже, да? Слушай, ну это тачка какая-то стрёмная была. Давай ее улучшим. Так, открываем сундучок. Денежный магнит. Мы открыли, ребята, денежный магнит. Офигеть. Может быть... Вот он, денежный магнит. Притягивайте, притягивая денежки, которые не так просто найти. Мощность магнита 10%. 10%? Так мало? Так, давайте этот ускоритель прокачаем. Ладненько. Поехали. Ух ты, завершено 42%. Так, а давай возьмем арена учеников, попробуем на этой арене. А в смысле? Оно не дает, что ли, играть на этой арене? Ладно, хорошо. Нет, так нет. Поехали. Так, у нас, получается, стоит магнит. Сейчас посмотрим, как мы с магнитом. Реально там будет притягивать? Ну, вроде бы притягивает. Да, нормально. Что-то да притянуло. Так, где-то здесь у нас этот будет. Давай, давай, тачка. Где-то здесь у нас потаенный ход будет. Я хочу в потаенный ход заехать. Опа, что тут я его ищу, и почему-то я приходится мне деньги пропускать. Ладно. Не так-то и запомнишь, где он находится. Этот потаенный вход. Либо мы его проехали уже. О, денежки, денежки нормальные собираем. Хорошо. Так, вертикальные полеты были, проехали. Ну, вроде бы как первым я... Что-то не получается мне успевать первым. А, нет, смотри. Написано первый. Хорошо, и деньги собираю. Здорово, ребята, проехали. Нас вернули на уровень, получается, ниже. И мы другой уровень проезжаем, старый. Ладно. Понятно, понятно. Хорошо. Улучшать мы ничего не улучшим. Ну, давайте поедем тогда дальше. Так, 67% завершено. Ну, давай поедем. Должны сейчас первыми. Первыми приехать. Это обязательно. Попробуем, постараемся. Ух ты, в этом месте я не был еще. Реально не был. Все, едем, 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 ускоряемся. Ой, хорошо, там магнитик мне дали вовремя. Я теперь не буду пропускать магниты. Опа, перевернулись, да? Аж взорвались, а прикинь. Офигеть. Ладно, бывает, я не знал. Сальтуху не надо было делать тогда. Так, ну магнитик не особо у меня, конечно. Ну ладно. Хоть такой магнит. Да ё-моё, вот этот крутой уже чувак, Альберта. Едет прям. О, первым, мы, ребята, ведем. Отлично, денежку собрали. Турбочка включили.
Так, ну... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хорошо. Встали мы на ноги. На колеса. Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо-тихо. Все, я стою. Ехать не надо вперед. А, тоже, видишь, не проехал. Может, этого щелкнет. О, ребята, вас сейчас щелкнет. Гора. Да, и гора щелкнула. Ой, ну что ж, хорошо поиграли, ребята. Если игрушечка вам зашла, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а мы на этом заканчиваем эту серию. Всем большое спасибо, всем пока-пока.